В городском округе Люберцы проводится ямочный ремонт дорог. Это плановая работа, которая стартует каждой весной и заканчивается до наступления летнего периода. Наша съемочная группа увидела, как ликвидируют выбоины на придомовых территориях. Ремонт ям стал одной из ключевых тем на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с членами областного правительства и главами муниципалитетов. Особое внимание уделено придомовым участкам. На обслуживании АО ЛГЖТ находится 366 дворовых территорий. На данный момент мы находимся на адресе Юбилейная 23, 24, 25. Здесь запланировано порядка 200 метров квадратных ямочного ремонта. Также по всему жилому фонду планируем выполнить работы не менее 8000 квадратов. Такая работа проводится в округе повсеместно. В Люберцах завершилась оцифровка ям. На придомовых территориях их более 800. В первую очередь приводят в порядок аварийные участки. Вся работа у нас сейчас строится на цифровых началах. Сама яма непосредственно фотографируется, заносится в систему контроля качества. Соответственно, после этого выдается задание управляющей компании. По результатам выполнения работ также подгружается фотография выполнения. Ямочный ремонт во дворах будет продолжаться весь апрель и майские праздники. Затем уже ближе к лету в округе стартует капитальный ремонт дорог. Луиза Игязарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.